Всем привет, добрый день. У нас воскресенье, февраль. Так, какое? 25-е, по-моему. Да, 25 февраля. Вот так тепло, солнечно. Утром дождь лил. Среди ночи тоже дождь лил. А сейчас вот такой ветер и совсем-совсем тепло. Проезжала мимо какого-то там табло, и там писала 12 градусов тепла, вообще жарко. А сейчас я приехала сюда на Плазу, заходила в Toys R Us, купили с Сашей игрушки где-то месяц назад, а там собачку одну и какую-то обезьяну, он не захотел играться. Так вернула, чек остался вообще без проблем, вернули, коробки закрытые были. Хочу зайти вон туда, в Доллараму, посмотреть, что там интересного. Ну, вообще, там часто шарпотреб, но иногда бывают интересные какие-то предложения. И сначала в Баскин-Роббинс. Саша заказал мороженое. Пойду сейчас выберу мороженое. У них такое вкусное. Он там любит cookies and cream. Возьму какое-то мороженое. Ну, вообще так тепло, вообще такое весеннее настроение. Потом планирую прийти домой. Саша там собрался на волейбол ехать. А после того, как он приедет, пойду второй раз в спортзал LA Fitness. Тут есть рядом, вот там Fitness Life какой-то, или как он там называется. Ну, как-то там все чуть-чуть со совком попахивает. Как будто все такое пошарпанное, цена такая же. А тут все такое новенькое. Ну, сейчас зайду сюда, вот мороженое купить, я не знаю, как насчет съемки, наверное. Так. А, не, открыто. Открыто. Хай. Просили шоколадное с какими-то кусочками. Cookies and cream. Ой, боже мой. Наверное, не найду тут этот cookies and cream. Так, вот такой возьмем. Разрешили поснимать вот такие вот всякие, можно себе заказывать эти сэндвичи, и вот тут куча всякого мороженого прикольного, и он там тоже показывает, шейки всякие можно делать, но это мы можем и дома сделать. И вот такое мороженое всякое, тирамису здесь пробовали. Ну вот это вот разноцветное, вот розовое, это не очень, ну, так прикольно. Классное мороженое здесь, вкусно. Еще здесь классные тортики есть. Вот такой вот тортик. 47 он они показывают. 45 долларов, да? 45. А есть такой тортик классный. Тоже 47. А он с Орео. Мне Орео не нравится. Он вкусный. А вот прям вообще с игрушками. В общем, взяла я мороженое, 3 банки. Там был этот cookies and cream, я что-то его не увидела. Но оно уже подорожало. Уже вообще одна банка 10 долларов. За 3 я платила 24, теперь уже 25. Ну, все, пошла. Такой магазинчик, и тут сразу как бы магазинчик-кафешка, и сразу едят. Ну, сейчас холодно, так что мы едим дома. Так, вышла. Сейчас пройдусь, хочу зайти в Доллараму. Посмотреть, здесь всякие общепиты, те самые пиццерии, а что-то здесь красоту наводят, наверное, всякие баночки, скляночки тоже. Общепит, птички поют, воробушки, тепло. А это какой-то секонд-хенд, походу. Наверное, это секонд-хенд. Что-то похоже, как секонд-хенд. Так. Там No Frills на Плазе есть. Ха, я что, пропустила этот Долларам? А вот здесь вот на права сдают, очередя постоянные, бешеные.
и на права, и там еще что-то там продлевают, наверное. Очень много людей, но сейчас в воскресенье никого нет. А вот, вот этот такой вот Good Life Fitness, тоже сеть фитнес-клубов. Мне там не нравится. Мне не нравится. У нас поломали дорожку беговую в доме. Вообще, кому делать нечего. А, вот видно ремонт одежды. Вот ниток куча. Такой вот уголок тоже воскресенье выходной получается. Какая-то машинка там стоит. Интересно, да, позаглядывать? Ниток куча, рубашки какие-то. А, видно, там еще и прачечная. А, вон там это долларами. Это бильярд какой-то, что ли? Первый раз здесь вижу бильярд. Ну, зайду еще в Долларам. Куча всяких штуковин для готовки, для кухни. Вот кровачка консервы, вот эти вот ножи. Мне как-то не получается ими чистить. О, мы как-то покупали вот такое, по-моему. Вот это на доллар штука. $1.25. Сколько мы покупали? Мы дешевле покупали там в Walmart'е. Всякие веники, совки, совок. $1.25 обычный. А вот щетка $2. Какое-то такое ведро непонятное. $4 стоит. Чтобы и складывается. Хочешь ведро, хочешь не ведро. $4. О, вантус. $2. $2 вантус. Всякие штуковины. Для собак тут куча всего. Игрушки всякие нужны. Ой, что-то они готовятся еще к какому-то празднику. Святой Патрик. Да, я, конечно, не знаю про этот праздник ничего. Вот такие всякие побрякушки. А вот Happy Patrick's Day. Да, очень много на всякие футболки прям. Куча всего зеленого. Интересненько. Да? И прямо галстуки такие. $3. Да, у них все. У них все под праздники. Трансформеры какие-то. Ну, мы вчера купили. 2 хватит пока. Вот какая-то игра Hasbro. Сколько стоит? Как-то непонятно, сколько они стоят. Тут уже для Пасхи. Там Патрик, тут Пасха. Такой зайчик хорошенький. $2. У овечка она мягкая, а вот это вот керамическая. Сколько овца стоит? $4. $4. Хорошенькая. Да, так интересно. Один ряд. Был этот сейчас. Ага, вот на машину вешать. Тоже не любят такое вот уши, вот эти на окна. И вот этот куда-то сзади хвостик цепляет. Вот еще яйца сюрпризы, получается, $1.25. Такие. Всего это уже лето. Тут лето уже. Купили вот такую доску в прошлом году. Ну что она такая пришла? Наверное, отсюда ничего сегодня не вынесу, ничего не покупать не буду. О, ведра поломанные уже. Тут мы тоже как-то купили наборчик, и там оно так поломалось быстро. А это что? Это вода, получается, наливать собачкам. $4. Так, тут продукты, питание. Ну, мы такое здесь не берем. Всякое. О, кино продается 200 грамм, $1.50. $1.50, надо посмотреть, выгодно это или нет.
Всякое по хозяйству, вот это, чтобы на колено цеплять, и там на колени, когда надо стоять. И вот всякие такие. Это маски, дышать. Глаза закрывать. Ну, очки такие защитные. Вот все. По хозяйству. А это что? Не понять, какая-то штука. В общем, что сегодня ничего интересного здесь нету, даже в игрушках. Ничего. Эти машинки Hot Wheels по $1.50. Не думаю, что это прям так сильно дешево. Разве что вот эти по $3. Такие вот. Вот это вот. В общем, ничего интересного. Выходим отсюда. Это всякие маски. Вот еще мы купили такой тоже плейдос с Сашей. Делать, лепить что-то. И все никак не начнем лепить. Все нету никак настроения. По книжке. Все, выходим. Так, ничего не покупала. Ну все. Буду ехать с этим мороженым домой. Трин. Значит, тает, наверное. Да что, опять начинает затягивать тучами. Так хорошо солнышко по весеннему. И опять ветер нагнал тучи. Ну все, всем пока. Спасибо, что прогулялись со мной. Всем хорошего настроения весеннего. До скорых встреч. Видите, вот эти вот места, на них можно только по разрешению. Разрешение должно лежать на лобовом стекле. Там, собственно, лежит. Потому что машину оттянут и штраф бешеный впаяют. Все, всем пока, хорошего настроения.